Малотобольская или Сахарова. В интернете барнаульцы обсуждают, какой новогодний городок им понравился больше. Тот, который расположен уже на привычном месте, на площади Сахарова, или тот, который впервые появился на местном Арбате. Сколько людей посетило эти праздничные объекты, точно сказать не берутся, но оба сооружения были востребованы, отметили в пресс-службе мэрии. По примерным подсчетам, только в день открытия главной елки на Сахарова сюда пришли около 10 тысяч человек. К слову, разбирать этот городок начнут 16 января. А вот на Малотобольской горки и фигуры будут стоять, пока позволит погода. В городской администрации активно следят за обсуждением горожанами темы, какой же городок лучше. В голосовании на сегодняшний день лидирует елка на Арбате. По мнению жителей, это место наиболее удачное для массовых гуляний. В мэрии нас заверили, что пожелания барнаульцев обязательно учтут будущей зимой. Если же голосов будет примерно равное количество, то новогодних городков вновь будет два.